Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга инкогнито. Еще с секретным предписанием. Вот тяна. Вот не было заботы, так подай. Господи боже, еще и с секретным предписанием. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда и не видывал. Черные, неестественной величины. Пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которое вы, Артем Филиппович, знаете. Вот что он пишет. Любезный друг, кому благодетель, и уведомить тебя. Ага, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки. Ну, здесь свои. То советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут уж пошли дела семейные. Так вот, такое обстоятельство. Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром. Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор? Зачем? Так уж видно судьба. До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашим. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия... хочет вести войну. И министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. Ты куда хватили? А еще умный человек. В уездном городе измена. Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. Нет, я вам скажу, вы не того, вы не... Начальство, оно имеет тонкие виды. Даром, что далеко, оно себе мотает на ус. Ну, мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части кое-какие распоряжения сделал. Советую и вам, особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнений, проезжающий чиновник захочет прежде всего смотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично, колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов. Как обыкновенно ходит по домашним. Ну, это еще ничего. Колпаки можно надеть и чистые. Да и лучше, если больных было меньше. Тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача. Ну, насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. Если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиан Ивановичу затруднительно с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает. И... Вам тоже посоветовал, Бамов Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно является проситель, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А вот я их всех сегодня же велю забрать на кухню. Хотите, приходите обедать. Так же и заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Это тоже нехорошо. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. Нет, этого уже невозможно выгнать. Он говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкой. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать.
Да и странно говорить. Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят. А что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Борзыми щенками. А это совсем иное дело. Ну, щенками или чем другим, все взятки. Ну, нет, Антон Антонович, а вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, да, супруги шаль. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете. Вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верить тверд. И каждое воскресенье бываю в церкви. А вы его, я знаю вас. Вы, если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дымом поднимаются. Да ведь сам собой дошел, собственным умом. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. А впрочем, я так только упомянул об уездном суде. А по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так как смотрители учебных заведений, нужно особенно позаботиться насчет учителей. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, не вспомню его фамилию, никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримасу. Вот этот. Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор. Зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству? Тоже я вам должен заметить об учителе по исторической части. Я расслушал его. Ну, пока мисс говорил об ассирийных и вавилоинах, еще ничего. А как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар его. Сбежал с кафедры, и что силы есть, хватит стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой. Но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне. Да, он горяч. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу. Да, таков уж неизъяснимый закон судеб. Умный человек или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси. Не приведи Бог служить по ученой части. Всего боишься, всякой мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек. Это бы еще ничего. Инкогнито проклятое. А вдруг заглянь. Вы здесь, голубчики. А кто скажет здесь судья? Ляпкин-Тяпкин. А подать сюда Ляпкина-Тяпкина? А кто попечитель богоугодных заведений? Земляника, а подать сюда землянику, вот что худо. Объясните, господа, что, какой чиновник едет? А вы разве не слышали? Слышал от Петра Ивановича Бобченко. Ну что, как вы думаете об этом? Что думаю? Война с турками будет. В одно слово, я сам тоже думал. Да оба пальца в небо попали. Право, война с турками, это вся французская. Какая война с турками? Просто нам будет плохо, а не туркам. Это уже известно, у меня письмо. Ах, если так, тогда не будет войны с турками. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич? Да, что я? Как вы, Антон Антонович? Да что я? Страху-то нет. А так немножко купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что им солоно пришел. А вот я, ей-богу, если и взял сынов, то право без всякой ненависти. Я даже думаю... Не было ли на меня какого-нибудь доноса? Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам для общей нашей пользы всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее, исходящее, это, знаете, немножко распечатать и прочитать? Не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки? Если же нет, то можно опять запечатать.
А впрочем, можно даже и так отдать письмо распечатанное. Знаю, знаю, этому не учите. Это я делаю не то, чтоб из предосторожности, а более из любопытства. Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал самым игривым. Очень, очень хорошо. Жизнь, моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях. Барышень много, музыка играет, стандарт скачет с большим, большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту? Ой. Ну, теперь не до того. У меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь. Что вот отворится дверь и шасть. Чрезвычайное происшествие, неожиданное известие. Что? Что такое? Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу. Позвольте, Петр Иванович, я расскажу. Нет, позвольте уж я. Говорите, ради бога, что такое. У меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Ну что? Что такое? Позвольте, позвольте, я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас, после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да, так я тогда же забежал... Пожалуйста, Петр Иванович, не перебивайте. Я все знаю. Так я вот, изволите ли видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкина-то дома, завортил к Ростаковскому. А не заставший Ростаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу. Да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем. Возле будки, где продаются пироги. Встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему... Слышали ли вы о новости-то, которую получил Антон Антонович из достоверного письма? А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи. Петр Иванович, нет, не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. На дороге Петр Иванович говорит, зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня с утра я ничего не ел, тут желудочный. Трясение в желудке-то у Петра Ивановича. А в трактир, говорит, теперь привезли свежие семги. Вот мы закусим. Только что мы в гостиницу... Как вдруг молодой человек... Не дурной наружности в партикулярном платье. Не дурной наружности в партикулярном платье. Ходит это по комнате, в лице этакое рассуждение. Физиономия, поступки. И здесь много-много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу, здесь что-нибудь неспроста. А Петр Иванович уж мигнул пальцем, подозвали трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена недели три тому назад родила. И такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович, спроси его потихоньку. А кто, говорит, этот молодой человек? А Влас, отвечай ему на это. Это, говорит, молодой человек, чиновник даст, едущий из Петербурга по фамилии Иван Александрович Христаковс. А едет, говорит, в Саратовскую губернию и пристранно, говорит, себя аттестует. Другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет, и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это? А меня вот так свыше и вразумило. Говорю я Петру Ивановичу. Нет, Петр Иванович, это я сказал, Сначала вы сказали, потом и я сказал. Сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Да. А вот он-то и есть этот чиновник. Кто? Какой чиновник? Чиновник-то, о котором вы изволили получить нотицию. Ревизор? Что вы, Господь, с вами? Это не он. Он и денег не платит, и не едет. Кому же быть, как к нему? И подорожное прописано в Саратов. Он, ей-богу, он. Такой наблюдательный, все обсмотрел, увидел, что мы с Петром Ивановичем семгу ели. Так он в тарелке к нам заглянул. Меня так и проняло страхом. Господи, помилуй нас грешных, и давно он здесь? А недели две уж, приехал на Василия Египтянин. Две недели, батюшки-сватушки, выносите святые угодни. В эти две недели высечена унтер-офицерская жена. Арестантам не выдавали провизии, на улицах кабак, нечистота. Позор, поношение. Что ж, Антон Антонович, ехать парадом в гостиницу? Нет, вперед, пустить голову. Духовенство, купечество. Вот и в книге деяний Иоанна Масона. Нет, позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. А вось Бог вынесет и теперь. Вы
Вы говорите, он молодой человек. Молодой. Лет 23 или 4 с небольшим. Тем лучше молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам. Или хоть с Петром Ивановичем приватно для прогулки наведаться, не терпит ли проезжающие неприятности. Эй, Свистуном! Что угодно! Ступай сейчас за частным приставом. Или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда. Идем, идем, Амос Федорович. А то в самом деле может случиться беда. Да вам-то чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду. Какое колпаки? Больным велено каберсуп давать. А у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос. Что, дрожки там стоят? Стоят? Ступай на улицу. Или нет? Иди прежде в комнату, слышь? Принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем. И я. Нет, нельзя, Петр Иванович, неловко. Да и на дрожках не поместимся. Ничего, я так петушком побегу. Иди скорее возьми десятки. Да пусть каждый из них возьмет. Эх, шпага-то как исцарапалась, проклятый купчишка Абдулин. Видишь, что у городничего старая шпага не прислал новой. О, лукавый народ. А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице. Тут, черт возьми! По улице, по метле, и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто. Слышишь? Да смотри ты, я знаю тебя. Что ты сделал с купцом Черняевым, а? Он тебе на мундир дал 2 аршина, сукна ты стянул всю штуку? Смотри, не по чину берешь, ступай. Степан Ильич, чиновник ты из Петербурга приехал. Как вы там распорядились? Да так, как вы приказывали. Послушайте, вы сделайте вот что. Квартальный Пуговицын, он высокого роста. Так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой, я и позабыл, что возле того забора навалено на 40 телег всякого сорта. Что это за скверный город? Только поставь где-нибудь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает, откуда он нанесут всякой дряни. Едем. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа. А коробка так коробка, черт с ней, едем. Да если спросят, от чего не выставлена церковь, при богоугодном заведении, на который назад-то он 5 лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то еще кто-нибудь с дуру позабывшись, скажет, что она и не начиналась. Едем! Где же они? Муж! Антоша! Антон! Ай, а что ты? Ты пошла копаться. Я в лавочку, я косым. Антон, куда? Куда? Стой! Да сказать, держи морде, чтоб не слишком давал воли кулакам своим. Он для порядка всем ставит фонари под глазами. И правому, и виноватому. Едем! Уехал. Вот тебе ничего и не узнали. Все проклятое кокетство! Да что ж делать, маменька? Все равно через 2 часа мы все узнаем. Через 2 часа? Покорнейше благодарю. Эй, Авдотья! Слышишь, побеги и расспроси, куда поехали. Что за приезжий? Каков он? Слышишь? Посмотри в щелку и узнай все. И глаза какие. Черные или нет. И сию минуту возвращайся назад. Слышишь? Скорей!
черт побери. Есть так хочется. И в животе трескотня такая, как будто целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только домой. Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, так уж из Питера. Профинтил дорогу и денежки, голубочка. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны. Нет, видишь ты, нужно в каждом городе показать себя. Эй, Ось, ступай посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед. Добро бы было что-нибудь путное. А тут так еле стратишка простой. С проезжающими знакомиться, потом в картишки. Вот ты доигрался. Их, надоела такая жизнь. А, право, на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и заботности меньше. Возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на палатах, да ешь пироги. Ну, кто ж спорит, конечно, если пойдет на правду, так жить ее в Питере лучше всего. Деньги бы только были. А жизнь тонкая и политичная. Киатры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривают все на тонкой деликатности. Пойдешь на Щукинку, псы тебе кричать: «Почтенный!» Ой, компанию захотел, иди в лавочку. Там тебе кавалер расскажет про лагерь и объявит, что всякая звезда, значит, на небе. Так вот, как на ладони все видишь. Эй-бол. Старуха офицерша забредет. Горничная. Иной раз заглянет. Такая. Фу. Фу. Галантерейное, черт возьми, обхождение. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все, он виноват. Ну, что с ними делаешь? Ай, боже мой, хоть какие-нибудь. Кажись, так бы теперь весь свет сиял. Стучится. Верно, это он идет. На, прими это. А, опять валялся на кровати. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровать, что ли? Врешь, валялся. Видишь, вся всклочена. Да на что на мне? Не знаю разве, что такое кровать. У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Ну. Смотри, там в картузе табаку нет. Да где ж ему быть табаку? Вы четвертого дня последние выкурили. Послушай. Эй, Осип! Чего изволите?
Ты ступай туда. Куда? Вниз, в буфет. Там скажи, чтоб мне дали пообед. Да нет, я и ходить не хочу. Как ты смеешь, дурак? Да так. Все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что не даст больше обедать. Так он смеет не дать. Вот еще вздор. Еще говорит, и к городничему пойду. Третью неделю барин денег не платит. Вы не говорите с барином мошенники, и барин где твой плут. Мы тебе, говорит, этаких шаромыжников и подлецов видали. Ну ты уже и рад, скотина, сразу пересказывать мне все это. Говорит, это к всякой приедет, обживется, задолжается, а после выгнать нельзя. Но я, говорит, шутить не буду. Я прямо с жалобой, чтоб на съезжию, да в тюрьму. Ну, дурак, полно? Ступай! Ступай! Ужасно, как хочется есть. Так прошелся немножко, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если бы я в Пензе не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что ты, удивительно, срезывать бестия. Все каким четверть часа посидел, все обобрал. А при всем том, страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай так и не привел. Ай, какой скверный городишко. В овощенных лавках ничего не дают в долг. Это ж просто подло. Фу. Несут обед. Несут, несут, несут. Хозяин в последний раз уж дает. Ну, хозяин, хозяин, я плевать на твоего хозяина. Что там такое? Суп и жаркое. Как? Только два блюда? Только. Вздор какой! Я это не принимаю. Ты скажи ему, что это на самом деле такое? Этого мало. Нет, хозяин говорит, что еще много. Я с тобой, дурак, не хочу рассуждать. Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку. Никакого вкуса нет, только ваня. Я не хочу этого супа. Дай мне другого. Мы примем. Хозяин сказал, коль не хотите, то и не нужно. Ну-ну-ну-ну-ну. Дурак. Так! Ты привык там обращаться с другими! Я брат не такого рода! Со мной не советую. Боже мой, какой суп! Я думаю, ни один человек в мире не едал такого супа. Какие-то перья плавают вместо масла. Дай жаркое. Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. Что это за жаркое? Это же не жаркое! А что ж такое? Черт знает, что такое, только не жаркое. Это топор. Зажаренный вместо говядины. Канали. Чем они кормят? Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтобы говорили, всем довольны, ваше благородие, а который будет недоволен, то им после дам такого неудовольствия.
В пятом номере. В том самом номере, в котором прошлого года подрались проезжие офицеры. Право, как будто бы и не ел. Только что разохотился. Если бы мелочь, позвать бы на рынок и купить хоть сайку. Там чего-то городничий приехал. Осведомляется и спрашивает о вас. Вот те на! Эка бестия трактирщик, успел уже, пожалуй. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее. А там-то уж я поставлю такую свечу, какой еще никто не ставил. На каждую бестию купца наложу доставить по 3 пуда воску. Что, если он в самом деле потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, то я, пожалуй. Нет, нет, я не хочу. Там, говорят, таскаются офицеры, народ. Мне как нарочно задал тону, перемигнулся с одной купеческой дочкой. Боже мой, боже мой. Да что он? Да как он смеет в самом деле? Что я ему? Разве купец или ремесленник? Я ему прямо скажу, как вы смеете, как вы... Желаю здравствовать. Мое почтение. Извините. Ничего. Обязанность моя, как городоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Ну, что делать? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. А он больше виноват. Он и говядину дает такую твердую, как бревно. А суп? Он чего знает, чего туда плеснул? Я должен выбросить его за окно. Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру. Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму? Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да вот я служу в Петербурге. Господи ты, Боже, какой сердитый. Все узнал. Все рассказали проклятые купцы. Да вот я хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы? Что вы? Помилуйте, не погубите, жена. Дети маленькие, не сделайте несчастным человеком. Я хочу. Вот еще, мне какое дело. Из-за того, что у вас жена, дети, я должен идти в тюрьму. Вот прекрасно. По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояние. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платье. Что же это унтер офицерской вдовы, которая будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета! Я не понимаю, однако, зачем ты мне говорите о какой-то унтер офицерской вдове? Унтер офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь! Это он далеко! Вот еще! Смотрите какой! Я заплачу деньги. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки. О, тонкая штука. Эх, куда метнул, какого туману напустил. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Это уж попробовать никуда и пошло. Что будет, то будет. Попробовать на ось.
Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим. Дайте мне взаймы. Я сейчас же расплачусь трактирщиком. Мне бы рублей 200, и даже хоть того меньше. Ровно 200 рублей. Хоть не трудитесь считать. Покорнейше вас благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Ну, теперь другое дело. Слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки вместо 200 400 вернул. Эй! Осип! Что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. Ничего, мы и так постоим. Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава и радушия. А то я, признаюсь, думал, что вы пришли с тем, чтобы меняться. Позови сюда трактирного слугу. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим мы турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек. Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по-христианскому человеколюбию, хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство. Я сам тоже очень рад. Без вас, я, признаюсь, долго бы просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Не рассказывай, не знал, чем заплатить. Осмелись ли спросить, куда и в какие места ехать изволить? Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню. Саратовскую губернию, а? И не покраснеет, о, да с ним нужно ухо востро. Батюшка меня требует. Рассердился старик, что я до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца приплел. И на долгое время ехать извольте. Право не знаю. Ведь мой отец упрямый, глуп старый хрен, как бревно. А я ему прямо скажу. Как хотите, скажу, а я не могу жить без Петербурга. Славно завязал узелок. Врет, врет, нигде не оборвется. Какой невзрачный. Кажется, ногтем бы придавил его. Ну, постой, ты у меня проговоришься. Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хоть бы здесь. Ночь не спишь, стараешься для отечества. Не жалеешь ничего. А награда? Неизвестно еще, когда будет. Кажется, комната несколько сыра. Скверная комната. И клопы такие. Таких я нигде не видел. Как собаки кусают. Скажите, такой просвещенный гость и терпит от кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате. Совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Но иногда что-нибудь хочется сделать, почитать. Или, бред, фантазия, сочинить что-нибудь. Не могу. Темно. Осмелись ли просить вас? Ну нет, я не достоин. А что? Нет, не достоин. Да что ж такое? Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната. Светлая, покойная. Но нет, чувствую сам. Это уж слишком большая честь. Не рассердитесь. Ей-богу, от простоты души предложил. Напротив, извольте, я с удовольствием. А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня уж такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек. Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести, нет? Не имея этого порока. От полноты души выражаю. Покорно вас благодарю. Я сам тоже. Я не люблю людей дурить. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе? Как-то богоугодные другие. А что там такое? А так, посмотрите, какое у нас течение дел. Порядок какой. С большим удовольствием. Я готов. Потом, если пожелаете, осмотреть острог и городские тюрьмы. Рассмотрите, как у нас содержатся преступники.
Да зачем же тевым? Уж мы лучше обсмотрим богоугодные заведения. Как вам угодно. Как вы намерены, в своем экипаже? Или вместе со мной на дрожках? Уж я лучше вместе с вами на дрожках. Осмелюсь ли я попросить разрешения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя? Да зачем это? А впрочем, там и чернила. Вот только бумаги не знаю. А, разве на этом счет? Я здесь напишу. А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштыка до бутылки толстобрюшки. Да есть у нас губернская мадера, неказисто на вида слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое, и в какой мере нужно его опасаться. Не ушиблись ли вы где-нибудь? Ничего, ничего, без всякого помешательства. Только сверх нас небольшая нашлёпка. Это свечо. Прошу, покорнейше, пожалуйста. Уж и вы не нашли другого места упасть и растянулся, как черт знает, что такое. Любезнейший, ты перенеси чемодан ко мне, городничему. Тебе всякой пока. Извольте спрашивать счет. Вот так. А вы не извольте беспокоиться. Пошел вон. Прошу. Прошу. Слушайте. Вы побегите до бегом во все лопатки и снесите две записки. Одну в богоугодное заведение земляники, другую жене. Ну, уж целый час дожидаемся. Все ты со своим глупым жеманством. Совершенно делать нет. Еще нужно копать. Маменька, маменька, кто-то идет. Вон в конце улицы. Где идет? Вечно у тебя какие-то фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Это Добчинский, маменька! Ай, какой Добчинский? Дай тебе вдруг вообразиться этакое. Совсем не Добчинский. Маменька Добчинский! Говори, что вот нарочно. Говорят тебе, не Добчинский. А что? А что, маменька? Видите, что Добчинский? Ну да, Добчинский, теперь я вижу. Еще что спорщишь? Вот, о, ну что? Ну рассказывайте, что и как. Антон Антонович прислал вам записочку. Ах, да он-то кто такой, генерал? Нет, не генерал. О! А не уступит и генералу. Такое образование и важные поступки. Вот, вот, вот. А с тобой каков он? Брюнет или блондин? Нет, больше шантрет. А, ну что тут пишет он мне записки? Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное. Но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 20 копеек. Я ничего не понимаю. Почему же тут соленые огурцы и икра? Это, Антон Антонович, писали на черновой бумаге по скорости. Там какой-то счет был написан. А, да, точно. Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя. Вина вели побольше, целую ручки, твой Антон, сквозник Мухановской. Боже мой, это же, однако, нужно поскорее. Мишка! 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 Беги к купцу Абдулину. Да постой, постой, я тебе напишу записку. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, а-а-а, как там он обозревает. Ступайте, ступайте, я вас не задержу. Мишка! Хорошее заведение. Мне нравится, что вас показывают проезжающим. В других городах мне ничего не показывают. В других городах, осмелюсь доложить вам, городоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть пользе,
А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства. Завтрак был хорош. Я совсем объелся. А что у вас каждый день бывает такое? Нарочно, для такого приятного гостя. Я люблю поесть. Ведь на то и живешь, чтобы срывать цветы удовольствие. Как называлась эта рыба? Лабарданс. Очень вкусно. А где это мы с вами завтракали? В больнице, что ли? Так точно. А, помню. Помню, там стояли кровати. А что больные? Выздоровели? Их там, кажется, немного. Человек 10 осталось, не больше. А прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров. И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Вон столичная штучка. Боже, сохрани, чтоб чего-нибудь не смеял. Тебе приличнее надеть твое голубое платье с мелкими оборками. Ты, Манька, голубое. Мне совсем не нравится. И Лякина Тяткина ходит в голубом. И дочь Землянихи тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное. Цветное? Ну, право, говоришь, лишь бы только наперекор. Оно будет тебе гораздо лучше. Потому что я хочу надеть палевое. Я очень люблю палевое. Ах, маменька, вам не идет палевое. Мне палевое не идет. Не идет. Я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Вот хорошо. А у меня глаза разве не темные? Самые темные. Ну, как же не темный, когда я гадаю всегда про себя, всегда на треповую даму. Маменька, вы больше червонная дама. Ах, пустяки, совершенные пустяки. Я никогда не была червонной дамой. Червонная дама? Бог знает, что такое. Осмелюсь представить семейство мое. Жена и дочь. Как я счастлив, сударыня, что я имею в своем роде удовольствие вас видеть. Нам еще более приятно видеть такую особу. Помилуй, сударыня, совершенно напротив. Мне еще приятнее. Как можно? Вы так изволите говорить. Для комплимента. Да, прошу покорно, садитесь. Возле вас стоять уже есть счастье. Почему если вы так непременно хотите, я сяду. О, как я счастлив, сударыня, что я наконец сижу возле вас. Ну, помилуйте, я никак не смею принять свой счет. Я думаю, вам после столицы выжировка показалась очень неприятной. Случайно неприятно. Привыкший жить, comprenez-vous, в свете. И вдруг очутиться в дороге. Мрак невесты, грязный трактир. Признаюсь, если бы не такой случай, который так меня вознаградил за все. В самом деле, как вам должно быть неприятно. Впрочем, в эту минуту мне очень приятно. Ну, как можно? Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю. А что не заслуживаете? Вы заслуживаете, сударь. Я живу в деревне. Ах, да, в деревне. А, впрочем, в деревне тоже вы смеете свои пригорки, ручейки.
конечно, кто же сравнить с Петербургом? Ах, Петербург! Что за жизнь, прав? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю? Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Это куда по плечу приходи брать с обед. Я только на 2 минуты захожу в департамент с тем, чтобы сказать, вот это так, вот это так. А там уж чиновник для письма. Этакая крыса. Пошел пером, пошел писать. Хотели меня даже коллежским асессором сделать. Я думаю, зачем? А сторож берет за мной еще по лестнице. Иван Александрович, позвольте, я, говорит, вам сапоги почищу. А что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь. Чин такой, что еще можем постоять. Постоим. Без чинов прошу садиться. Я не люблю церемонию. Напротив, я даже стараюсь проскользнуть незаметно. Так никак нельзя. Никак нельзя. Только куда-нибудь выйду, уже говорят. Вон, говорят, Иван Санч идет. Один раз меня приняли за главнокомандующего. Солдаты выскочили из главвахты и сделали ружьем. А после уж офицер, который мне очень знаком, ну, говорит, братец, мы тебя совершенно приняли за главок. За главок. Главнокомандующего! Скажите-ка! С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь и сам разные модевильчики. Литераторов часто вижу с Пушкиным на дружеской ноге. Вам часто говорю. Ну что, говорю, брат Пушкин? Да так, брат отвечает, бывало, так как-то все. Большой оригинал. Так вы и пишете. Ах, как должно быть приятно сочинителю. Вы, верно, в журналы помещаете? Да, я и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений. Женитьба Фигаро, Роберт Дьявол, Норма, я вообще название не помню. Все случай, он не хотел писать, а театральная дирекция говорит, сделай мне, давайте напиши что-нибудь. Ну, думаю, пожалуй, изволь брать. И тут же в один вечер, кажется, все написал, всех изумил. У меня легкость в мыслях необыкновенная. Все, что было написано под именем барон Брумбеас, Фрегат Надежда, Московский телеграф, все это я написал. Скажите, это вы были Брумбеас? Как же я им всем поправляю стихи. Мне Смердин дает за это 40 тысяч. Так верно, и Юрий Милославский ваше сочинение? Да, это мое сочинение. Я сейчас догадалась, Ахменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Не знала, что даже здесь будешь спорить. А, да, это правда, это точно. Это Загоскина. А вот есть другой, Юрий Милославский. Так вот, тот же мой. Так это, верно, я ваш читала. Ах, как хорошо написано. Я признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен, дом Иван Александрович. Сделайте милость, господа, будете в Петербурге. Прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием дают балы. Просто не говорите. На столе, например, арбуз. 700 рублей арбуз. Суп прямо в кастрюльке на пароходе из Парижа приехал. Откроют крышку. Пар.
подобного которому просто не сыскать в природе. И я всякий день на балах, у нас там и весь свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник, английский посланник и я. И уж так бывало уморишься, просто ни на что не похож. Сбежишь только к себе по лестнице на четвертый этаж, скажешь кухарке, на, Маврушка, нет. Что же я вру? Я забыл. Я живу в билетаже. У меня лестница одна стоит... А вот любопытно заглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся. Графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели. А иной раз министр. Мне даже на пакетах пишут: ваше превосходительство. А один раз, господа, я управлял департаментом. Странно, но директор уехал. Куда уехал? Ну, неизвестно. Натурально пошли долги. Что? Как? Кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались. А вот, вот подойдут. Нет, мудрено. Мудрено. Ну, просто рассмотришь, черт возьми. Ну, делать нечего, видят ко мне. И в ту же минуту по улице. Курьер, 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 курьер. Можете себе представить, господа, 35 тысяч одних курьеров. Каково положение, я спрашиваю? Иван Александрович, ступайте департаментом управлять. Я, признаюсь, смутился, вышел в халат, хотел было отказаться, а потом думаю, дойдет до государя, ну да и послужной список тоже. Извольте, господа, я принимаю должность. Я принимаю, говорю, так и быть. Я принимаю. Но уж у меня не-не, уж у меня ухо ватро. Уж я точно бывало, иду через департамент, просто землетрясение. Все дрожит и трясется, как лист. Я шутить не люблю, я им всем задал острастку. Меня там Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой, я не посмотрю ни на кого. Я всем говорю, я сам себя знаю, сам. Я везде, везде. Я во дворе всякий день ищу, меня завтра произведут. Сейчас, фельдмаршал! Что такое? Не разберу ничего, сам здоров. Вашество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть? Здоров, отдохнуть. Извольте. Я готов отдохнуть. Завтра, господа, был хорош. Я доволен. Я доволен. Лабарда. 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 Это Петр Иванович человек-то. Как вы думаете, кто он такой в рассуждении чина? Я думаю, чуть ли не генерал. А я так думаю, что генерал-то ему и подметки не станет.
А когда генерал, то разве уж сам генералиссимо? Пойдемте поскорее расскажем у нас Федоровича и коробки. Прощайте, Анна Андреевна. Страшно просто. Отчего и сам не знаешь. Ну что, как проспится, да в Петербург махнет донесение. Ах, какой приятный. Милашка. Но только какое тонкое обращение. Сейчас можно видеть столичную штучку. Ах, эти приемы. И что такое? Ах, как хорошо. Я страх люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась. Я заметила, он все на меня поглядывал. Ах, Манька, он на меня глядел. Нет, пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь вовсе неуместно. Нет, Манька, право. Ну, боже, сохрани, чтоб не поспорить. Ну, где он смотрел на тебя? С какой стати ему смотреть на тебя? Право, маменька, все смотрел. Как начал говорить о литературе, то взглянул на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, тогда посмотрел на меня. Ну, может быть, один какой-нибудь раз. Да и то, так уж, лишь бы только. А, говорит себе, дай уж я посмотрю на нее. Что? И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорит, правда? Да как же и не быть правде? Подгулявший человек все несет наружу. Что на сердце, то и на языке. Конечно, прильгнул немного. Да ведь не прильгнувший не говорится никакая речь. С министрами играет. И во дворец съездит. Я никакой совершенно не ощутила робости. Я просто видела в нем образованного, высшего тона светского человека. А его чинах мне нужды нет. Ну уж вы, женщины, все кончено. Одного там слова достаточно. Вам все финтерлюшки. Антос, Антос. Мишка, позови квартальный. Они тут недалеко где-нибудь за воротами. Ну что, друг, тебя накормили, хорошо? Накормили. Покорнейше благодарю. Хорошо накормили. Душенька, Осип, какой твой барин хорошенький. А что скажи, Осип? Да перестаньте, пожалуйста. Ведь такими пустыми речами только мне мешает. Ну что, друг? Какой чин на твоем баре. Чин? Обыкновенно какой. Боже мой, вы с своими глупыми расспросами не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин строг? Любит это распекать или нет? Да, порядок любит. Уж ему, чтобы все было в исправности. Послушай, Осип, а что твой барин там в мундире ходит? Полно вам право. Трещотки какие. Здесь нужная вещь. Дело идет о жизни человека. Ну что, друг? А, право. Ты мне очень нравишься. В дороге не мешает выпить чайку, лишний стаканчик. Оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай. А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякое здоровье. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь. Осип, душенька, поцелуй своего барина. Идите себе, полно ушел. Ну, пойдем, Машенька, я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем можно сказать.
что, друг? Какие косолапые медведи стучат сапогами. Так и валится, как будто 40 пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги. Где вас черт таскает? Был по приколу! Вы как каркнула ворона. Был по приколу! Как из бочки, так и рычи. Ну, друг, ты ступай, приготовляй там, что нужно для барина. Все, что есть в доме, требуй. А вы стоять на крыльце и не с места. И никого не пускать в дом стороннего, особенно купцов. Если хоть одного из них впустите, то... Если увидите, что идет кто-нибудь с просьбой, а хоть и не с просьбой, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, так взявши прямо и толкайте его, так его хорошенько. Слышите? Я, кажется, храпнул в порядке. Откуда они набрали таких чефиков и перин? Даже вспотел. Кажется, они мне вчера подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. А дочка городничья очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне право нравится такая жизнь. Воля ваша, Амос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять. А что? Ну, известно что. Подсунуть? Ну, да хоть и подсунуть. Опасно, черт возьми, раскричиться, ведь государственный человек. А разве... в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник. Видишь, вот мы пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие. Смотрите, как бы он вас по почте не отправил бы куда-нибудь подальше. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? Да, слава богу. Вы только знаете, что Иван Александрович. А что? Уезжайте отсюда. Вот здорово, зачем? Да так, бог с ними со всеми. Погуляли, ну и довольно. Не, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра. Представиться нужно поодиночке. Да между четырех глаз и того. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первым и начните. Так лучше, что вы в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества. Не могу, не могу, господа. Увольте, право, увольте. Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Что вы, что вы, Цицерон, смотрите, что выдумали. Боже, боже. Вынеси благополучно. Вот так коленки ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда. Коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. Прошу садиться.
Вы здесь судья? С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства. А выгодно, однако, быть судьей? За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрением начальства. Деньги в кулаке, на кулак-то лишь в огне. А мне нравится Владимир. А что это у вас в руке? Ничего-с. Как ничего-с? Я вижу деньги. Никак нет, о боже. Вот я и под судом. Да, это деньги. Ну, все кончено, пропал. Знаете что? Дайте мне их взаймы. Как же, с большим удовольствием. Я, знаете, сдержался в дороге, то да сё. Причём сейчас пришлю из деревни. Помилуйте, как можно, и без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить. Не смею более беспокоить моим присутствием. Не будет ли какого приказания? Какого приказания? Я разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду? Зачем? Мне ведь теперь нет в нем никакой надобности. Судья хороший человек. Ну, город наш. А мне нравится здешний городок. Ну, конечно, не так многолюдно. Ну что ж, это ведь не столица, не правда ли? Совершенно правда. А ведь, однако, признайте, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо. Так точно. Я признаюсь рад, что вы одного мнения со мной. А меня, конечно, назовут странным, но такой у меня характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаимы. Какой странный со мной случай. Дороге совершенно издержался. Не можете вы мне дать 300 рублей? Займы. Почему же? Почту за величайшее счастье. Извольте. От души готов служить. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему? Не так. Точно так. Не смею долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Еще. Почмейстер, мне кажется, тоже. Очень хороший человек. Имею честь представить смотрителю училища титулярный совет Хлопов. Милости просим. Садись. Не хотите ли сигарку? Вот тебе раз. Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать? Возьмите. Это порядочная сигарка. Ну, конечно, батюшка, это не то, что в Петербурге. А там я курил сигарчики по 25 рублей сочник. Ну, просто ручки себе поцелуешь потом, как выкуришь. Вот огонь. Прикурите. Не с того конца. Я вижу, вы не охотник до сигарок. А вот я признаюсь, это моя слабость. И вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. А как вы? Какие вам больше нравятся? Брюнетки или блондинки? Не смею знать. Нет, говорите. Мне непременно хочется узнать ваш вкус. Осмелюсь доложить? Ну? Сам не знаю, что говорю. Не хотите сказать. Уж верно, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Ну, признайтесь, сделала. Покраснели. Видите? Ну, а
не говорите? Оробел, ваше благородие. Пресвящ-сиятельство. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. Вот, по крайней мере, я знаю, ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли? Так, точно. Вот пристранный со мной случай. Дороги совершенно сдержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы? Вот эта штука, если нет. Есть, есть, есть. Покорнейше благодарю. Не смею долей беспокоить присутствие. Прощайте. Слава Богу. А вот не заглянь в класс. Имею честь представить. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник земляника. Здравствуйте. Имел честь сопровождать вас и принимать лично в обверенных моему смотрению богоугодных заведениях. А, да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком. Рад стараться на службу отечества. Признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто вчера вы были немножко ниже ростом. Не правда ли? Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Судья тоже ездит только за зайцами. В присущных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель. Поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик Добчинский. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит. У жены его. О! Нарочно посмотрите на его детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже маленькая девочка, как вылитый судья. Скажите, пожалуйста. А я никак этого не думал. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович. Наступили на ногу. Вот и смотритель здешнего училища. Не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге? Хорошо, хоть и на бумаге. Мне будет очень приятно. Знаете, это скучное время. Я люблю почитать что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю. Земляника. Да, земляника. И что ж, скажите, у вас есть детки? Как же? Пятеро? Двое уже взрослых. Скажите, взрослых, да? И как они? Как они того? То есть, не извольте ли вы спрашивать, как их зовут? Ну, да. Как их зовут? Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя. Это хорошо. Не смею беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенного на священные обязанности. Нет, ничего. Это все очень смешно, вы говорите. Я это очень люблю. Эй, вы! Как вас? Ну, я все позабываю ваше имя. Артемий Филиппович. Сделайте мне, Артемий Филиппович. Самый странный случай. Дороги совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Есть. Скажите, как кстати. Покажешь, благодарю. Мне честь
Здесь представится житель здешнего города Петр Иванов, сын Бобчинский. Помещик Петр Иванов, сын Бобчинский. Денег нет у вас? Денег? Как денег? Займы. Рублей 1000. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович? При мне с ней имеет. Ну, если 1000 нет, то рублей 100. Петр Иванович, у вас нет 100 рублей? У меня всего 40 ассигнациями. 25 рублей всего. Тут вы поищите-то получше, Петр Иванович. У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха. Так, прореху-то, верно, как-нибудь запали. Нет, право, и в прорехе нет. Но все равно. Пусть будет 65, я ведь так только, это все равно. Я осмеливаюсь попросить вас. Дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мной еще до брака. Да. О, то есть оно так только говорится, а рожден он мной так совершенно, как бы и в браке. Да. И все это я как следует завершил потом законными узами супружества. Да. Так я, извольте видеть, хочу, чтобы он уже теперь был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы точно так же, как я, Добчинский сын. Хорошо. Пусть называет. Это можно. Я постараюсь. Я буду говорить, я надеюсь. Все это будет сделано, да-да. А я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, то скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот, мол, ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе, Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Да если и государю это придется, то и государю скажите, что вот, мол, ваше императорское величество живет в таком-то городе, Петр Иванович Бобчинский. Очень хорошо. Извините, что так утрудили вас своим присутствием. Мне кажется, однако, что они принимают меня за государственного человека. Верно, я им вчера подпустил пыли. Экое дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург Трепичкину. Он пописывает статейки, пусть он их общелкает хорошенько. Иосиф, принеси мне бумагу и чернила. А уж Трепичкину точно. Если кто-нибудь попадется на зубок, берегись. Отца родного не пощадить для словца. Да и деньгу тоже любит. Пересмотрю-ка я нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300. Это от почмейстера 300. 600. 700. 800. 900. Какая замасленная бумажка. Ого! До 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Ей-богу, поедем, Иван Александрович. А. Ведь вас право за кого-то другого приняли. И батюшка будет гневаться за то, что так замешкались. Вот так бы, право, закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо. Пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтоб лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать поцелковому начать. Чтоб так, как фельдъегеря катили. Воображаю, Трепичкин умрет со смеху. Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или в Горохово. Он ведь тоже любит переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу на удалую. Почтамскую. Отнеси. Я, сударь, отправлю его здешним человеком, а сам лучше буду укладываться, чтобы не прошло понапрасну время. Что там такое, Ось? Посмотри, что там дошло. Купцы какие-то хотят войти, да не допускают квартальных. Он мажет бумагами, верно, вас хотят видеть.
твоей милости прибегаю! Прикажи государю дождь! Его высокоблагородному светлости господину финансово от купца Абдулина. Черт знает что, и чина такого нет. Пустите их! Пустите! Твоей милости прибегаем. Чего он бьет, твоей милости? Не губи, государь. Обижательство терпим совсем понапрасну. От кого? Да что от городничего здешнего. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Ей-богу. Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили ему. А то мы уж этот порядок всегда исполняем. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. Нет, ему, видишь ты, всего мало. Ей-ей, придет в лавку, что не попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит, милый, это хорошая суконца, снеси-ка его ко мне, и несешь, несешь. А в штуке-то будет без мала аршин 50. Неужели? Ах, какой же он мошенник. Ей-богу, такого никто не запомнит, городничего. Именины его на Антона бывают. И уж, кажется, всего нанесен. Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай. Говорит и на Нуврия его имени. Да что делать? И на Нуврия. Еще? Да он просто разбойник. Ей-ей! А попробуй прикословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что? Да. Так вели запереть двери. Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесным наказаниям или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. Да. А вот ты у меня, любезный, поешь косилет, а пить-то не даешь? Да, да. Какой мошенник! Да дай, брат, в Сибирь! Да уж куда, милость твоя не запровадит его, все будет хорошо. Лишь бы, то есть, от нас подальше. Подальше. Не побрезгуй, отец наш, хлебом и солью. Кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина. Нет, вы этого не думайте. Я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы, например, вы предложили мне взаймы рублей 300, ну тогда другое дело. Взаймы я могу. Изволь, отец наш! Да что 300, возьми уж 500, только помоги. Извольте, взаймы я ни слова, я возьму. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите. Ну и подносик можно. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу. О, нет. Я взяток никаких. Ваше высокоблагородие, ну зачем вы не берете? Возьмите. Да в дороге все пригодится. Давай сюда головы. Подавай все. Все, все идет впрок. Давай, давай. Эй, что там, веревочка? Давай сюда веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Непременно, непременно. Я постараюсь. Городничего челом бью, пошли ему Бог всякое зло, и чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, ни дядям, и ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было. А что? Ты мужа-то маму приказал забрить лоб солдаты, и очередь на нас не припадала, мошенник такой, и по закону нельзя, он женатый. Так как же это он смог сделать? Сделал, сделал мошенник, побей Бог его и на том, и на ясном свете. Следовал взять сына портного. Он же и пенюшка был, да родители богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелееве. А Пантелеева тоже подослала к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне! На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится он мне или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Да мне-то каково без мужа? Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб тебе родня твоя не довелось видеть свет!
Ну, а ты? Наградничего, батюшка, пришла. Ну, да что, зачем? Говори в коротких словах. Высек, батюшка. Как? По ошибке, отец. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали, 2 дня сидеть не могла. Ну, скажи, что ж теперь делать? Делать, конечно, нечего. Но за ошибку повели ему заплатить штраф. Мне от своего счастья нечего отказываться, а деньгам мне теперь очень пригодилось бы. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте. Я распоряжусь. Отчего вы так испугались, сударыня? Нет, я не испугалась. Помилуйте, сударыня! Я так счастлив, что вы принимаете меня за такого человека, который... А смеюсь ли я быть так счастлив, сударыня, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон. Правда, я не знаю. Мне так нужно было идти. Какой у вас прекрасный платочек. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу релейную шейку. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой платочек? Сегодня какая странная погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Все эткое говорите. Я бы вас попросила лучше, чтобы мне написали какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам? Ну, какие-нибудь эткие, хорошие, новые. Да что стихи, я много их знаю. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете? Да у меня много их всяких. Ну, я вот вам, пожалуй, вот это. Вот ты... что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек, ну и другие. Я сейчас не могу припомнить, потому что это ничего. Я лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда. Любовь? Я не понимаю любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. А чего же отодвигает свой стул? Нам будет лучше сидеть близко друг к другу. Я чего ж близко? Все равно и далеко. А что ж далеко? Все равно и близко. Да к чему уж это? Да это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударь, если бы я смог прижать вас в свои объятия. Что это там как будто бы полетело? Сорока? Или какая другая птица? Это сорок. Нет, это уж слишком. Наглость такая! Простите, сударыня, я сделал от любви, точно от любви. Марья Антоновна, не сердитесь. Я готов на коленках просить у вас прощения. Ну, простите, простите. Вы видите, я на коленях. Ох, какой пассаж! Черт возьми! Это что значит, сударыня? Это что такое? Я маменька. Поди прочь отсюда. Слышишь? Поди прочь. Не смей мне показываться на глаза. А она тоже очень аппетитна. Очень недурна. Извините, я признаюсь, приведена в такое изумление. Туда! Вы видите, я сгораю от любви! Как? Вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чист. Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть. Ну, позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, я недостоин земного существования. Пламенем в груди прошу руки вашей. Ну, позвольте заметить, я же в некотором роде я замужем. Это ничего. Для любви нет различия. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сей струй.
прошу руки. Маменька! Ах, какой пассаж! Что ты, к чему, зачем? Что за ветреность такая? Вдруг бежала, как угорелая кошка. Что ты нашла тут такого удивительного? Я прав, маменька, не знала. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобой мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь. Так вы в нее? Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Не погубить! Не погубить! Что с вами? Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честь уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы ее высекла. Она врет, ей-богу, врет! Она сама себя высекла! Знаешь ли ты-то, какой честью удостаивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери. Куда, куда? Рехнулась, матушка. Не извольте гневаться, ваше превосходительство. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее. Да я точно прошу руки, я влюблен. Не могу верить. Извольте шутить, ваше превосходительство. Какой чурбан. В самом деле, ну когда тебе толкуют? Не могу верить. Отдайте, отдайте. Я отчаянный человек. Я решусь на все. Когда застрелюсь... Вас под суд отдадут. Ах, боже мой, я ей не виноват ни душой, ни телом. Не извольте гневаться. Извольте поступать, как вашей милости будет угодно. У меня, право, в голове теперь. Я и сам не знаю, что делается. Такой дурак сделался, каким еще никогда не бывал. Ну, благословляй. Ой. Да благословит вас Бог, а я не виноват. Что за черт сам день? Целуются. Ах, батюшки, целуются! Точный жених! Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вон, как дело-то пошло! Лошади готовы. А? Хорошо, я сейчас. Как? Изволите ехать? Да, еду. А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы? Ах, это? Так это на одну минуту. К дяде, богатый старик. А завтра же и назад. Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения. Как же, я вдруг... Прощайте, любовь, мамин. Я просто не могу выразить. Прощайте, душенька. Прощайте, Антон Антонович. Очень обязан за ваше гостеприимство. Мне, признаюсь, нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна. Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна. Когда же прикажете ожидать вас? Завтра или послезавтра. Прощайте, Иван Александрович! Прощайте, маменька! Прощайте, ваше превосходительство! Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство. Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось. Просто из какой-нибудь городничихи и вдруг, фу ты, канальство, с
каким дьяволом породнилась. Совсем нет. Я давно это знала. Тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Ты никогда не видел порядочных людей. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако справа, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделали. О-хо-хо, высокого полета, черт побери. Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там? А, это ты, Иван Карпыч. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот и их канали. Так жаловаться на меня? Постойте ж, голубчики, запиши всех, кто только ходил бить челом на меня. И вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь или в Питере? Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться? Ну, в Питере так в Питере. А ну хорошо бы и здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна? Натурально, что за городничество? Ведь, ну как ты думаешь, теперь можно будет большой чин зашибить, Анна Андреевна? Потому что он за панибрата со всеми министрами и во дворец ездит. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы? Еще бы! Конечно, можно! Черт возьми! Славно быть генералом! Случится, поедешь куда-нибудь. Фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед, лошадей, и там на станциях никому не дадут. Все дожидается. Все эти титулярные, капитаны, городничие. А ты себе и ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а? А там стой, городничий. Вот что канальство заманчиво. Здорово, соколики. Желаем, батюшка. Ну что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что, самоварники, оршинники, жалуются, архиплупи, протобести, надувальны морские, жалуются? Что? Много взяли? Вот! Так думает, в тюрьму его и засадят. Но знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы. Ой, какие-то, Антоша, слова. О, не до слов теперь. Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете? Теперь я вас. Обманываете народ? Сделаешь подряд с казною. На 100 000 надуешь ее, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще награду за это. Но если б знали, так бы тебе... Жаловаться? Нет! А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000?
тогда как его на 100 рублей не было. Я помог тебе, козлиная борода. Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, также тебя мог спровадить в Сибирь. Что? А? Что теперь скажешь? Богу виноват, Антон Антонович. Лукавый попутал. Не погуби! Не погуби! Не погуби! Теперь не погуби! А прежде что? Я бы вас... Ну да Бог простит, полно. Я не памятно злобен. Только теперь смотри, держи ухо востро, чтоб поздравление было, понимаешь? Ну, ступай с Богом. А ты объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что еще на свете не было, что может все сделать. Все, все, все! Всем объяви, чтоб все знали! Кричи во весь народ! Валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество! Верить не слухам, Антон Антонович. К вам привалило необыкновенное счастье. Я душевно обрадовался, когда узнал. Антон Антонович, поздравляю! Да праздник Бог! Ты и плачу! И новой чете едят вам подпадца благотворительные! Спасибо, спасибо. Сто лет и куль червонцев! Чтоб ты пропал. Черт тебя побери. Кореша благодарю. И вам того же желаю. В Санкт? Петербург? На Почтамскую улицу? Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, воздух такой, деревенский уж слишком. Признаюсь, большая неприятность. Вот муж мой, он теперь получит генеральский чин. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. И дай Бог получить. Большому кораблю большое плавание. По заслугам и честь. Вот уж кому пристало генеральство, как коровье седло. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первый в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. И нужно бы только зажмурить глаза. Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте. И если что-нибудь случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства. Так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию. Заступите сиротке место отца. Я готов с своей стороны. Готов стараться. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, у тебя не будет времени думать об этом. И как можно, с какой стати себя обременять этакими обещаниями? Почему ж, душа моя? Иногда можно. Можно, конечно. Да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство. Вы слышали, как она трактует нас? Да она такова всегда была, я ее знаю.
Посади ее за стол, она и ноги свои. Господа, чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор. Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу, Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство. Взял, да и распечатал. Как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особо. Что же он, по-вашему, такое? Ничего не то, черт знает, что такое. Ох, ничего не то. Как вы смеете называть его ни тем, ни сем, да еще черт знает чем. Я вас под арест? Кто? Вы? Да, я. Короткий русский. Знаете ли вы, что он теперь женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу? Эх, Антон Антонович, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот я лучше вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо. Читайте! Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел было посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой. Не решил только, с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шаромышку, и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки. Помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть. Там нет этого. Читайте сами. Как сивый мерин. Не может быть. Вы это сами написали. Как же я стал писать? Читайте. Городничий глуп, как сивый мерин. Ой, черт возьми, нужно еще повторять, как будто оно и без того там не стоит. Как? Сивый мерин. Почмейстер. Тоже добрый человек. Ну тут он обо мне тоже неприлично выразился. Нет, читайте. К чему же? Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать. Читайте все. Я прочитаю. Почмейстер точь в точь департаментский сторож Михеев. Должно быть, также подлец пьет Горького. Скверный мальчишка, которого надо посечь. Надзиратель над богоугодным заведением. А что ж вы остановились? Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй. Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разбор. Сейчас, вот читайте. Читайте. Надзиратель за богоугодным заведением земляника совершенная свинья в Ермоловке. Свинья в Ермоловке. Ну где же свинья бывает в Ермоловке? Смотрите, училище пропухнул насквозь луком. Ей-богу, и в рот никогда не брал лук. Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет. Судья? Вот тебе на. Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черта ли в нем
дрянь такую читать. Нет. Нет, читайте. Нет, уж читайте. Читайте. Судья Ляпкин Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Должно быть французское слово. А черт его знает, что оно значит. Хорошо, если только мошенник, а может быть и того еще хуже. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню под Катиловку. Такой репримант неожиданный. Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц. И больше ничего. Ворочить! Ворочить его! Куда и воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку. Черт угораздил, дать и вперед предписание. Точно. Вот беспримерная компания. Однако ж, черт возьми, господа, он у меня взял 300 рублей взаймы. И у меня тоже 300 рублей. Ох, у меня 300 рублей. У нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации. Да. Как же это, господа? Как это в самом деле мы так оплошали? Как я? Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе, ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовый обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Да что губернаторов? Нечего говорить про губернатора. Этого не может быть, Антоша. Ведь он же обручился с Машей. Обручился? Куки с маслом, вот тебе обручился. Лезь мне в глаза с обручением. Вот, смотрите, смотрите, весь мир, все христианство. Все смотрите, как одурачен городничий. Дурака его, дурака. Старому подлецу. Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер, бумага-марака. В комедию тебя вставит, вот что обидно, чина, звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы, я бы всех этих бумагоморал. Щелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку шапку и дыму. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум.
Ну, что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все ревизор, ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте. Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал. Да кто выпустил? Вот кто выпустил, эти молодцы! Я и не думал. Я ничего совсем. Конечно, вы! Разумеется, прибежали как сумасшедшие из трактира. Приехал, и денег не платил. Нашли важные. Натуральные сумасшедшие городки, вы проклятые. Черт побрал! А вот и нет даже в ревизоре были высказаны. Почкуры проклятые. Ну, покинь! Вы первый. Смотрите, как обрыть. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Ах,